Мурманск играет яркими красками, и соседи живут мирно. Идиллия возможна, убеждает руководитель ТСЖ Татьяна Липанова. И доказывает это на примере отдельно взятой скобы домов в столице Заполярья. Смотрите сегодня в 20 часов программу «Коммунальный детектив» о том, как сделать двор удобным и красивым. Озеленение территории на любой вкус и цвет. Участники товарищества собственников жилья заранее озвучили, какие цветы хотят видеть на клумбах у своего подъезда. И приятно же такой чистый дворик. Вот для детей площадочка, видите, как хорошо. Даже в окошко выглянешь, так это все свежо, хорошо, красиво. Любители зеленых насаждений не поссорятся с автомобилистами. Каждая сторона пошла на компромисс. Проблема озеленения и автовладельцев, она всегда будет существовать. Пока, допустим, тот же автовладелец, если у него будет выделено парковочное место, он с удовольствием выйдет и произведет озеленение там своего же двора. В бочке меда ложка дегтя. Цветники подмывают ручей неизвестного происхождения. Ну, труба где-то прорвата и потихонечку идет. Вот так. Как решить проблему протечки и как сообща можно бороться с коммунальными бедами и создавать удобные условия совместного проживания в многоквартирном доме? Советы и рекомендации специалиста в области ЖКХ Татьяны Липановой в программе «Коммунальный детектив». Смотрите на телеканале Арктик ТВ сегодня в 20:00.